Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения экс-премьер-министру Мухаммедкалы Аблгазиеву на домашний арест. Как рассказали в пресс-службе Верховного суда, 20 августа в районный суд с ходатайством обратилась Генпрокуратура и просила изменить меру пресечения на подписку о невыезде Аблгазиеву в связи с ухудшением состояния здоровья и возмещением ущерба. Следственный судья, рассмотрев материалы дела, удовлетворил ходатайство. Постановлением Первомайского райсуда Бишкека мера пресечения подозреваемого Аблгазиева была изменена на подписку о невыезде. Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, он выплатил 50 миллионов сомов в качестве материального ущерба. Аблгазиев будет находиться под домашним арестом до конца срока следствия. Напомним, по фактам коррупции и незаконного обогащения 26 января бывший премьер Аблгазиев был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. Установлено, что он, будучи премьером, вопреки интересам государства и граждан, необоснованные в нарушении национального законодательства, подписал постановление правительства, согласно которому Кумтор Gold Company дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. В результате этого общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза, включая несколько ледников и заповедную территорию. Помимо этого, бывший чиновник обвиняется и в незаконном обогащении.